В 21 веке технологии и наука не стоят на месте. Также роботы эволюционируют с каждым днем, и они безгранично упрощают нашу жизнь. Вот, например, при помощи дрона люди начали обрабатывать и поливать поля огромными гектарами. Это намного упростило жизнь фермеров и людей в сельскохозяйственной сфере. Еще при помощи дронов во время мировой пандемии люди начали доставлять еду, медикаменты, посылку до самого дома, этим влияя на безопасность потребителя и производителя. Даже люди начали использовать дронов в сфере исследования, потому что это облегчило им работу, ведь дрон может исследовать местность, в которых обычный человек не может попасть.